Группа депутатов законодательного собрания во главе со спикером регионального парламента Сергеем Соколом намерена продлить срок действия регионального мат-капитала. Деньги за рождение третьего и последующего детей выплачиваются из средств регионального бюджета. Программа рассчитана до 31 декабря 2021 года. По словам Сергея Сокола, региональный мат-капитал необходимо продлить в соответствии с федеральным, как минимум до декабря 2026 года. Напомню, на сегодняшний день региональные выплаты составляют 103 тысячи рублей.